очень обидно. Хочется извиниться перед болельщиками, перед руководством, перед теми, кто болеет и переживает за Рубин. Потому что то, что каждый игрок, наверное, не доработал, мы все виноваты, мы одна команда. И нужно также уходить из этой ситуации, объединив состав, будучи одной командой. Максим Кобельников сказал, что было два разных тайма. В первом еще как-то играли, во втором осыпались и было мало связи, что ли. Почему так? Почему два разных тайма? Два разных тайма? Я бы не сказал бы два разных тайма. Что в первом тайме Зенит тоже не использовал свои моменты, которые были. И надеялись на лучшее, что забьем всего лишь 1-0. Наверное, поэтому пошли вперед. Терять нечего было. Это 2-0. Также пропустили какой-то нелепый гол. Повторюсь, также все, каждый игрок, сидящий на замене, выходящий на поле, играющий в стартовом составе и прилетевший на игру, травмирован, каждый виноват в результате. Тут нет виновных в одном и в единичных случаях. Вся команда виновата и должна выходить из этой ситуации. В конце, когда уже результат был очевиден, откуда взялись эмоции? Много стычек появилось на поле? Эти эмоции нужно было с первой минуты. Каждый должен был бороться с первой минуты, выходить, выкладываться на все 100. И так получилось, что пропустили. Честно, вот даже не могу подобрать какие-то слова к этому. Реально стыдно. Я уже долгое время не выхожу из квартиры, потому что реально стыдно выйти, показаться перед болельщиком. Только извиняемся. Я думаю, в ближайшее время надо исправляться, выиграть матч на кубок, на чемпионат, 20 следующих матчей. Как-то, чтобы болельщики пошли, потому что каждый матч они приходят, болеют за нас, переживают. Мы должны делать и радовать их этим. Спасибо большое.